Премьер Дмитрий Медведев подписал проект Министерства труда о переносе выходных в 2018 году. Так, нерабочие дни 6 и 7 января переносятся на 9 марта и 2 мая. Субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. В итоге в 2018 году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Постановление правительства опубликовано в среду 18 октября. Роксана Бегаева, мобильные новости, Иристон ТВ.